Спасибо. Как вам лучше, на английском, на русском? На русском. Окей. Я предупреждал свою команду, что сколько я сам как игрок приезжал играть в Эстонию, все игры очень тяжелые. Я предупреждал команду, что эта команда очень хорошая команда. Я смотрел видео прошлые их игры. Они сражаются, борются. Много молодых игроков в этой команде, как Калев. И одна из причин, почему такой результат, как можно под своим кольцом позволять подобрать 14 подборов. Это раз. И как можно совершить 14 глупых потерь, невынужденных потерь, когда просто мяч выбрасывается в аут. Чем это объясняется? Потому что мы играем, команда «Зумаш» играет каждый второй день почти. Мы прямо к вам прилетели из Израиля, где тяжелая игра. И я понимаю, это физическая усталость. Это может быть. Плюс я не удовлетворен этой игрой, потому что скамейка запасных, которые выходили, они все вот на белом листе по черному написано. Минус 4, минус 3, минус коэффициент полезности. Значит, они чем должны заниматься? Баскетболом или не знаю каким видом спорта? Мое сугубо личное мнение. Я очень рад, что мы выиграли здесь, в Таллине. Я еще хочу подчеркнуть, что здесь очень тяжело выиграть. Калев хорошая команда, амбициозная команда. С хорошим тренером, с хорошими игроками, которые голодны. Я рад увести отсюда победу. Трёбет.